have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, продолжаем Дух Севера, он же Spirit of the North. Эту заставочку мы видели в конце прошлой части, но тут буквально пару секунд, поэтому я не думаю, что я буду это вырезать или скипать. Итак, вторая глава, поехали. Ну, что прикасаешься, происходит сохранение, но явно происходит еще автосохранение, с которого начинается. Бегать мы не можем. У нас лапка. Лапку надо лечить. Музыка такая печальная. Я почему-то после этого стал немного опасаться за нашего лисеныша. Я не хочу, чтобы он в конце этой игры умер. Хотя многие вещи у нас тут говорят и намекают про смерть. И то, что мы находим мертвых монахов. И то, что есть дух лисы. И то, что, в принципе, игра про духа. Но мне как-то хочется какого-то хэппи-энда, что ли. Не знаю, посмотрим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что ты едешь? О, тут статуя. Это же полный лисец. Статуя очень красивая. О, мне тут киношку покажут. В воду я не хочу, наверное, в воду. Тут показано, что вот лис этот скачет по горам, меж горами, уж не знаю, как там. Он нас ведет сюда, но подождите, я бы хотел сначала зайти сюда. Быстрее двигаться не могу, к сожалению, но я дойду. Ага, видите? Не все так просто. Я еще не знаю, где труп, но я надеюсь, что я иду в правильном направлении. Я тут не уеду сейчас. Я еще к тому же боюсь, что я пропустил где-то труп. Если мне придется к нему хромать, возвращаться, то я, пожалуй, вырежу это, потому что долго. Но а видите, начинает гореть. Вот он. Мне там дальше киношки показывают. Это четвертый. Вроде как мне кто-то говорил, что я, возможно, в прошлой серии пропустил одного. Опять же, очень не хотелось бы, но вполне возможно, что такое случится. Да, смотрите, было великое извержение вулкана, и все погибли. Ну, все лежат внизу, видите, и тут у нас куча скелетов, куча костей.
Нам так вкратце показывают историю мира. Я что-то сейчас жалею, что я не посмотрел на ту картинку. Ну, пойдем дальше посмотрим. Я, кстати, в этот раз сделал немножечко тише музыку. Не знаю, мне показалось... Ну, меня было слышно в прошлой серии, но мне показалось, что музыка была чуточку громковата. Я ее процентов на 5-7 где-то, наверное, так прикрутил, не знаю. Причем, смотрите, вот же посох, да? Если бы я в ту комнату не пошел, то я посчитал бы, что вот этот посох... Он к тому чебуреку. Так. Город, который сгорел. Сейчас, где? Город, который сгорел. Много трупов, много горя, много плача. Видите, он светится, но я не вижу трупов. Погодите. А вот он, вижу. Иду я, иду, дружище, подожди. Не знаю, почему этих чуваков монахами называю. Так, Awaken, ачивочка получилась. Вот, просто изначально мне это показалось, что это какой-то монах этот медитировал и замерз. А сейчас я вижу, что проблема немножко шире, но вот это... Название «Монахи». Оно за ними осталось. Духа, ты можешь мне, пожалуйста, лапу вылечить? Я хочу нормально ходить. Пожалуйста. Я понимаю, что мне туда, если я пойду не туда, я нарушу момент. И всякое такое. Но я бы, если бы у меня была здоровая лапа, я бы тут все вокруг бы оббегал, наверное, посмотрел бы. Мне кажется, там интересно. Или в этом кругу меня исцелят, погоди. Хотелось бы. Отдохнуть. Ну, давай посмотрим. Дружище, ты живой? Интересно, мне за синего лиса, за призрачного дадут поиграть или нет? А, погоди! Он в него вселился или что? Или он отдал ему свою форму, или как это все? Ну, в общем, сейчас посмотрим. У нас теперь лис с татуировками. Infused with light. Пропитанный светом. О, я теперь нормально бегаю. Я еще и свечусь. Минуточку, я лис или я гуль? Радиоактивный из Fallout'а. Зато теперь опять могу бегать. Окей, мне это нравится. That's the way, ага, ага, I like it. А, это мы уже на выход пошли. Да, давайте. Вот это вот, кстати, то, что с нами вот этот дух летает, знаете, что, как Ori and the Blind Forest, ну или Will of the Wisps, одна из этих игр, там же тоже есть кусочек света, который летает. Выпустите меня, пожалуйста.
А, это у нее теперь кнопка активации здесь. Неплохо. Давайте посмотрим. Итак, третий чаптер. Второй у нас был очень коротенький, на 10 минут буквально, да. 10 минут записи прошло. Ну, он был больше не геймплейный, а сюжетный. Вот, тут сохраниться можно. Наверное. Ладно, это выход из пещеры. В любом случае, у нас тут автосейв прошел. А я плавать не умею. Ну, то есть я умею именно плавать, а нырять не умею. Хорошо, я понял. Каждый раз так отряхивается. Нам туда куда-то пойдем. Спасибо, настолько сейчас научили прыгать, игра. Серьезно, а как я до этого за белым духом следовал? Классный такой. Лиса, у которой есть собственный покемон, да? Назад мы ничего не пропускаем. Поехали. Блин, тут красиво! Ёлки-палки, смотрите, зелень. Метель прекратилась. Он такой принюхивается. Обалденно. Ну что ж, поехали тогда попутешествуем тут немножко. Раз у нас начинается некий open world, тут будет гораздо тяжелее искать монахов, я так понимаю. Потому что что-то вот так вот аккуратненько в уголке приныкается и все. Офигеть, как это сейчас на Stray похоже. То есть игрушка явно в таком же тоне. Ну, пока что. Другой смысл. Залезь, пожалуйста. Ну, залезь, пожалуйста. Ну, залезь. Ну, пожалуйста. Есть. Спасибо. Я вижу, что отсюда надо прыгать. И оттуда. Ага. Я просто пытаюсь найти еще, походу, всякие эти нужности и вкусности. Есть, я забрался. А ты кто такой? А, то есть кнопка активации на нем неактивна. Поехали посмотрим, что за травка. О! Травка явно выделяется, ее можно... Ага. Она у нас то ли хилит, то ли еще что-то. Теперь сюда, нет? Да, я понял, это мы зарядились и перенесли заряд. Все, окей, нас научили потихонечку. Ага, у нас будут такие загадки. Понял. То есть вот это... Пардоньте, ребят. Что-то как-то зевается сегодня. Я могу опять зарядиться тут, кстати. То есть заряд несколько раз можно получать. Я не знаю, заодно сейчас посмотрим по времени, заканчивается он или нет. Походим пока что вот таким вот полосатым. Интересно, интересно. Тун-тун-тун-тун-тун. О, тут какие-то источники. Ну нет, заряд пока что не пропадает, я вижу. Ты
это еще один заряд. Ну, давайте попробуем его донести куда-то. Я еще пока не уверен, куда. Вот тут тоже. Погодите, а будет такое, что их нужно будет 2-3 доносить разных? Да, вроде нет. Так, проход туда. Вот тут можно еще подзарядиться. Маленькие баги. От них никто не застрахован. Я сейчас переживаю, чтобы не заблудиться на самом деле. Так, вот тут мы можем напитать. Сохранение заодно прошло. Так, хорошо. А, да? То есть мы можем сделать вот так. Вот ключ, я вижу. Тут, кстати, эпично сделано. Ага, мост сверху. Мост сверху. Давайте теперь подумаем, как мы... Ну ладно, как к этому мосту попасть? Я думаю, игра нас выведет. Я больше сейчас переживаю за то, чтобы не потерять ничего интересного. Ну, кстати, и подъем туда, мне кажется. Вот, видите, про что я? Я был уверен, что тут что-то заныкано. А куда нам это надо? Вот наш пациент. Вот эти, кстати, находились более-менее, вот последние 2-3 человека, они находились по пути. Хотя за одним посохом, да, пришлось отклониться от дороги. Очередной. Хорошо, мы скоро закроем первую линию. Сейв. Отлично. Давайте к цветочкам зарядимся. Несколько. Ну блин, согласитесь, это выглядело как что-то интересное. Такой закуточек в никуда, правда, но это выглядело как что-то интересное. То же самое с этим водопадом. Это выглядит, как будто здесь что-то можно сделать. Ну хорошо, проход, видимо, только один пока что. Это какой-то шорткат, да? А, я понял. Вот сюда. Прямо здесь. А, я понял. Теперь мы можем туда попасть. Я это место заприметил, но пришел сюда слишком рано. Так. Туда и сюда. Ну, давайте сюда. Ха-ха! Умно! Я на потолке и не приметил их сразу. Или это... А, погодите, может быть, я что-то для него собираю? Ладно, сейчас посмотрим.
Ага, здрасте. Пойдемте тогда сначала владельца отыщем. А где? Погодите, я не видел, куда его надо. Не-не-не-не-не-не-не. Ну как так-то, посох есть, а владельца нет. Ну хорошо, пойдемте сначала откроем. Давайте сюда. Зарядимся. Мне нужно нагавкать все эти цветочки, чтобы зарядиться. О, вот это я понял, короче, ладно. Нагавкать все эти цветочки. Ладно. Ага, вот тут подзатопило. Что нам это дало? Сохранение мое вот опять появилось. Вот эта дорога. Возможно, да. Тихо. Не надо. Не надо. Да. А где? Нет! Отлично. Провтыкал. Что-то мне кажется, что слишком мудрено для одного посоха. То ли я пропустил человека, которому я должен вручить этот посох. Наверное, не видел никого. Ладно, сейчас посмотрим. Я же думаю, что я могу тут еще допрыгнуть. Да, могу. Только не застревай, пожалуйста. Я понимаю, что с этой палкой ходить вообще ни разу неудобно. Да, мы тебя вот тут вот оставим. Так, этого мне хватит. Сюда. Наверх, пожалуйста. Спасибо. Пойдем вон туда. Что, где откроют? А, вот тут вода уйдет. В принципе, да, чего-нибудь нет. О-о-о-о, погоди. Где-то тут человек, да? Сейчас посмотрим. Мне нужно еще зарядиться. Наверху тут не было.
Но прикольно, что начинает светиться, когда приближаешься к человеку. Давай. Отлично. Еще раз зарядились. Поехали. Второй раз вода спустится, и мы пойдем туда сейчас, да? А, вот как будет. Этого не ожидал. Тогда минутку, я ожидал, что мы вниз пойдем. Ну что ж, тогда... Ага. Этого еще не хватит, да? Мне нужны будут вот эти. Отлично, вот этого теперь хватает. Интересно, посох плавает или тонет? Вот куда нам. А вон и человек. Запитать надо. Так, тогда подожди. Нет, я могу вот этот запитать. Так, нет, подождите. А я могу два... Так, стоп. Так просто, ну-ка. Вот он. Тьфу ты, блин. Мне не надо запитывать два, мне нужно просто вот туда его отнести. Это очень неочевидно. Фух. Я думал, что он в соседней яме просто, поэтому... Отлично, первый рядочек закрыли. Поехали теперь сюда. А я могу просто этот отсюда же забрать, да? Ну, то есть, оно же тут не надо. И перенести вот сюда.
О, у нас тут сохраняшка. Отлично. Раз тут сохраняшка, значит, дальше у нас другие интересные вещи. На этом тогда пока что предлагаю заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.